Семейная зорница. В минувшие выходные в парке Степанова прошла зимняя квест-игра для многодетных семей. Конкурсы и состязания традиционно подготовила общественная организация «Колыбель» совместно с администрацией парка. Подобные игры проводят уже третий год. У волонтеров вот у нас становится каждый год все больше и больше. В этом году, ребята, у нас присоединилось уже 16 человек волонтеров. Вот. На самом деле задания мы каждый год меняем, чтобы для команд это были сюрпризы. Какие-то задания могут повторяться, но чаще всего стараемся поменять задания, чтобы все-таки это было неожиданно. Команда не могла иметь возможности подготовиться до этого, и победа была бы честная. В квест-игре приняли участие 8 команд, в каждой не менее 5 человек, 2 взрослых и минимум 3 детей. Всего волонтеры подготовили 10 площадок с самыми разными испытаниями. Это станция «Семейные лыжи». Здесь участникам нужно вставать на 2 импровизированных лыжи, которые привязаны к веревке. Они должны поднимать лыжи всей семьей и таким образом передвигаться. Сложность в том, чтобы делать это синхронно, и с маленькими детьми это очень сложно делать, но очень весело, все падают, смеются. Помимо семейных лыж, квест предлагает еще много необычных испытаний. Здесь и спортивные игры, и традиционные русские забавы. Все рассчитаны на слаженность и командную борьбу. Семья Мельниковых быстрее всех прошла испытание и завоевала первое место. Самое главное – это хорошее настроение, самое главное – это позитив, самое главное – это то, что, опять-таки, вся семья собирается, все дружно, все весело, все смотрим друг на друга. И есть, как бы, смысл развития, как бы, и дальше заниматься спортом и привлекать, самое главное, детей к этому спорту. И для детей, и для взрослых соревнования превратились в увлекательное приключение. Без подарков в этот день не ушел никто. И победители, и участники получили почетные грамоты и памятные призы от спонсоров. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.